Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. Посмотрим Dust and Neon. Какая-то там лутер-шутер, не знаю, как правильно называются эти жанры. Давайте посмотрим. Она, правда, на английском. Немножко печально. Так, у нас ранг... Чё? Так, судорожно пытаюсь понять, что тут происходит. Ага, я хожу. Нам нужно взять пистолет. Отлично. Ага, даже можем бегать на shift. Вообще прекрасно. А это что такое? Так, а что-нибудь мы можем умать, нет? А что такое? А, все, это патроны. Только что-то типа в виде вестерна. Все, понятно. Вроде как поняла, что к чему. Такс, ага. Всякие аренки. Ну, давайте посмотрим. Так, маленькие лагеры, смал это вроде маленький, да? А, это у нас прицел. На R перезарядить. А, вы серьезно? По одной пульке, по одному патрону перезаряжать? Ага, можно уворачиваться на пробел. А, тихо. В общем, это все управление, которое нам нужно знать. Так, у нас все полное. Перезарядить только 5 патронов, вроде же 6 было. Воу! Как неудобно это делать. Так, с них вот собираем. Патрончики. Хилочка. Так, а где он? А, вот, все, внизу хп вижу. Какую-то дельту подняли штуку. А, это все, что? Понятно, что ничего не понятно. И почему за... Миссия прошла, ранг поднят. Почему 5 патронов? Это же револьвер, он же шестизарядный, разве нет? Так, мы эту штуку добыли. А, можно вот прокачивать, да? Так, ну давайте прокачаем побольше патронов. И у нас еще, да, доступно что? Четвертый ранг. Ну давайте еще, чтобы крит был. А, все. Тогда выходим. И нам эта штука нужна для того, чтобы прокачиваться, да? Ну, окей. И опять через это идти. Подождите, я же прокачала. А что? А что всего лишь 5? Или там надо было полностью вкачивать? Ёшки. Ёшки-матрёшки. Ладно, сейчас разберемся. Погнали. О, новая пушка. Наберем. Ага.
Она двустволка, да? На тап переключаться, он проще на колесико мышек, как обычно. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да чтоб тебя. Что такое-то? Управление неудобное. Ух ты ж, как неудобно. Так, где-то тут патроны еще были. Ладно. Идем дальше. О, уже стоит. Блин, я сразу двумя выстрелила, что ли? А по одному никак? Так, давайте этих пистолетов. Отлично. Да я ж прокачивала. Чё за прокачка такая интересная? Что ничего не прокачала. Отлично. Патрончики. Ждите. А, все, полное. Теперь какая-то омега. Отлично работает, ворота открыты. Заработали деньги. Так, тебе в другую вставляют, что ли? Апгрейд. Так. Так, вроде понятно, что мы что-то открыли интересное. Не понимаю, почему здесь нет русского языка. Странно как-то. И у нас 0 поинтов, да? Музыка вроде как неплохая, кстати. Да графика такая рисовенькая, но что-то не очень мне нравится, как выглядит. Я вообще не... Так, тут Зета. Вообще не любитель таких вот шутеров. Отделение Роб. А, отлично. Так, кто где? Опа-па-па-па-па. Патроны на всякий случай возьмем. ХП не буду брать, потому что, в принципе, пока ХПшки хватает. Блин, какие? Можно было, конечно, из дробовика шмальнуть, но... Ладно уже. Что тут надо будет еще с кем-то драться, чтобы выйти? Ну, конечно... Ай, блин! Да ёб твою! Да как это неудобно! Может быть, Синсу, конечно, надо было что-то подкрутить. Вообще неудобно целиться на мышке.
Даже не знаю, что сказать про эту игру. Ну, а, вот, все. Дали два поинта скилл. Так, открылся какой-то пистолет. Так, защита, плюс 2 хп. Ну да, тут, наверное, вот как нужно прокачать. Пипец, конечно, это просто пипец. Прокачиваться так долго. А куда вставить-то? Зету эту вашу. В другом месте, что ли, теперь? Да ну капец, столько всего. Да, оружейный магазин, что ли? Бесплатно. Можно винтовку взять или какие-то пистолеты. А, ну этот дробовик будет получше, чем у меня. Давайте винтовку возьмем. А, можно менять, да, в любом случае, отлично. А что такое? За 500 бачей. Какой-то крафт. Интересно. Давайте попробуем еще на одну миссию сходить. Это босс? Ой, хард, нифига себе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас получу. По самой не хочу. Правда, сейчас будет босс. Блин, уже идут. Ёб твою, что происходит? Тихо, блядь. Ай, бедозадатка, бедозадатка. Ох, нихера себе. Вот это надавали. По щам. Перекаты. ХП, дайте ХП, патронов нет. Закрыли. Классно. Ёшки, хп-то дайте. Ай-яй-яй. Да, блядь, возьми ты патроны эти. Всё. Серьезно? Может быть, так это и надо было, я не знаю. И теперь вообще, да, то есть без оружия, без всего. Веселуха. Мы все забрали. Какая-то жесть. Что это? Так, это как типа бусты, да? Буст прокачка. Это просто... Пипец. Ой, уже за деньги. Алло, можно бесплатно? Дайте пистолет. Блин, два патрона, ёшки, зачем? Ладно. Давайте попробуем еще раз. В любом случае. А, что-то другое. А, ну за ресурсами теперь что ли ходить?
Давайте попробуем. Сходить за ресурсами. Ну, блин, не люблю такие трачения. Так, у нас есть бусты. У нас крутой пестик с двумя, блин, патронами. Ой, да зачем два раза ты стреляешь? Бля, что надо сделать-то? Ну? Взорвать или что надо? Ну да. Кажется, надо взрывать. Где-то еще вроде видел одну, нет? Нет, вроде больше нет. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, пойдемте. Да ладно, как я промазал? Вы, блядь, вообще просто стрельба такая упоротая. Да зачем ты два раза стреляешь? Опа. Нет, пистолет-то неплохой. Тут касается до глухой, да? Так. Берем патрончики. Всякий случай возьмем. Тут же раз только-то. Опять два раза выстрелил. Да ну в смысле? Короче, я не понимаю, как здесь работает стрельба. Надо, чтобы вот эти, блин, попадали линии. Или наоборот, чтобы между ними. Большой вопрос. Это что такое? Новый пистолет. А его можно переделать, да? Да, можно его скрафтить. Отлично. Почитал отзывы, думаю, что там писали, что, блин, если любите дрочить кнопку R, то это игра для вас. Теперь я понимаю, к чему это было сказано. У нас тут все есть. Вижу какой-то прицел, но он какой-то очень странный. Ты что ж такое-то? Что ж такое-то? Не попадаю. О! О! Это что такое? Это мы берем. Ну, конечно, берем. Патронов опять как кот наплакал. Так, миссия выполнена. Тут еще что-то. На этом мы тоже разберем. На мусор. Столько всего, а... где взять? Нам все получается, надо валить отсюда. Ну там-то бочек больше, но не знаю почему. Ой, меткость можете мне даже не писать. У меня ее просто нет. Как бы это печально не звучало, но, к сожалению, так оно. Так, давайте крит докачаем. Отлично. Максимум патронов. Револьвер дэмэдж.
Так, 10% шанса, да, вероятность 10%, что я поглощу 50% дамага. Интересно. ХП. Так, а можно вот этот вернуть? Подождите, что я сделала? Ага, нифига себе, один раз только можно вернуть, круто. Даже не знаю, о чем. Так, ныне я это прокачала. Давайте это вкачаем. Всего лишь 35. А буст? А, все. Буст получается на один раз был. А тут уже, наверное, плати, да? Охренеть! Вот тут капец тут бусты стоят. Я денег, сука, не зарабатывал, сколько они с меня просят. Так, что у тебя есть? Дробовик. Угу. Мне на что не хватает. Блин, вы серьезно? Тут вот опять арена, где мне дали люля. 200 баксов за это тут. Вообще хард. Саботаж устроить. Зачистить арену. Ну, давайте зачистим арену, да, закончим на эту. Какая-то она, не знаю. Меня что-то не впечатляет эта игра. Вот подобие такой... Какой-то я играла, блин, вот там прикольно было устраивать месиво. Нифига, ты сюда зашел. Хорош, пушка неплохая. Пушка неплохая. Ага, еще вот можно зайти, да, в салон. О. Револьвер. Но не хуже, чем у меня. И, блин, капец, всего лишь 10 бачей дают за него. Вы че? У вас какая-то странная экономика там. Там очень странно. Килл, чё всех? Вот этих что надо убить. Оу, оу, оу! Да и в одного, блин, не попало. Да ёб твою мать, ты беги! Что вообще? Куда? Неудобно. Ой. Ладно, хоть можно стрелять, даже если ты не все зарядил. Не все патроны. Тоже радует. Так, это какой-то сундучок. Прям хороший. Дробовик, его мы возьмем. Ай, подожди, подожди. Ой, ты откуда взялся-то, чел? Ну да, этот хуже, нет. А мы, подожди, этот... Да ну что ты? А мы тогда это давайте разберем. 5 бачей, конечно, всего лишь, но... Так. Тоже фигня какая-то. Мне надо куда-то сюда идти. Сейчас, подожди, еще не все зачищено. Не все посмотрено. Сейчас. Опа, еще какая оружка. Блин, он намного хуже. Он еще и короткоствольный. Но зато он легендарный. Фиг с ним, продаем.
То, что он легендарный, блин, это для супер роли не играет, если он наносит меньше всего. Нет, продаем. Меня пока, в принципе, все устраивает. Он еще и четырехствольный. Ой, четырехзарядный, господи, четырехствольный. Что я несу? Так. Ну подождите, не стреляйте. Боже. А, все, что ли? Ну ладно. Сейчас. Ту-ту-ту-ту. Что же нам тут качать-то? Дамаг от револьвера. Четыре патрона. Так, сейчас. Качнем. Может, пока вот это по чуть-чуть все равно хоть что-то дает. А где все мои банки? А, 61. А что тут 9 показывает? Ты меня так не пугай. Так. Что тут у нас? Ну и цену у тебя, блин, брат. Вообще дорого. Все очень-очень дорого. Что там за задание? Куда? Опять почки, да? Можно попробовать сюда сходить, но нас опять убьют. Да давайте сходим, пофиг, убьют, вот так убьют. Я, походу, еще ранг низкий. Тут можно с этим походить, наверное. Так, давайте в какой-нибудь салончик заглянем. Да блин, ты чё так крутишься? Да я понимаю. Да куда ты? Ты зарядись, где? Ах, нифига у вас тут. Еще один. Черт, блин, пришел. Ну дайте полутаться-то в конце концов. Все ходят и ходят. Дайте полутаться спокойно. Так, что тут у нас? Нет, это в топку. Так, тут у нас денежки. Вот здесь по-любому что-то крутое должно быть. Крит меньше, но, блин, бьет нормально. Давайте его возьмем опять легендарный. А стоп, вот этот у нас тоже, да? Ну, я его тогда разбираю. Так, тут еще был где-то. Ау. О, хилочка, отлично. А, тут пусто. Ну, это хуже револьвер. Так, я убила только одного из... Опа, что тут? А.
убила только одного из трех. Тоже в топку. Патроны есть, хп есть, ну все, пошли дальше. Так, тут меня пока не пропускают, ладно. Так, тут можно зайти? Нет. Значит, нам сюда. Ни хрена не вижу. Не понимаю, как вообще работает эта стрельба. Но как-то работает. Unlock for 10. Я же нажимаю. А, зажать надо. Ух ты! Блин! У него урона меньше, но она по всему круче. Как это тупо, сынка. Давайте пофиг попробуем. Чё б нет. А вот и 9 дали, чтобы открыть. Так, телепортнуться до чекпоинта. Тут, в принципе, все, да, уже. Окей. Идем, значит, дальше. Как пройти-то? Чуть не пойму. Что еще надо сделать-то? Да, господи, что соседи творят? А, блин, надо было опять зажать. Ты, блин! Постоянно забываю, что холод это зажать. А ты и думаю, что не работает? Туплю, туплю. Бывает. Ну да, заметно, что это. Уже не с одного раза, например, валится. Так, тут опять всякие салунчики. Опа! Еще один бегает. Все, всех убило. Отлично. Только мы сейчас сходим, еще полутаемся. Вот такая графика, вот все так выглядит, что, блин, легко можно пробежать мимо этих всяких приколюх. Вот сейфы и так далее. Еще какой-то пистолет. Эпический. Нет, не надо, спасибо. А дальше никогда не зайти. Да ну возьми ты хп. Ладно, пойдемте тогда отсюда. Почти 6-й ранг. Да, 6-й. Нормально денег зарабатываем. Так, еще одно оружие разблокировано. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чё б нам? Ну что, доступно апгрейд? Этот прокачиваем.
Редкость оружия, что ли? Внутри оружия, отлично. Опа, что тут есть? О, сколько? Офигеть, 1700. Ты что такой? Офигеть, у меня столько денег нет. Вот это что у нас? А, блин, серьезно? Я лох, ладно, вообще пофигу. А, ну вот босс открыт. Ну давайте попробуем к боссу сходить. Убьют, на. Тогда точно закончим. Если честно, у меня уже палец устал. На R нажимать постоянно. А зажать нельзя? Насколько я поняла, нельзя. Воу! Да что ты? Блин, не могу, мышка крутится. Да куда ты едешь? Вот что это такое? Блин. Просто мышка живет своей жизнью. Твою мать, что происходит? Когда нажимаешь, все, он начинает вот так вот крутиться. Это немножко сбивает с толку. Дайте еще, пока непонятно, но. Зато мы в оружейный магазин зашли. Урон получен, но. Ну, блин. Крит поменьше. Давайте возьмем этот. Нам так будет удобно, то пусть пока это оружие побудет. Так, нам сюда, наверное, да? Опять-таки тут куда-то можно зайти. Блин, вы серьезно? Тут даже столы нужно, что ли, обыскивать? Такой себе домик. Подождите, а тут... Вот как туда пройти? Туда нам надо, да. Там оружие. Опа. Еще одно оружие. Винтовочка. Угу. Блин, я фиг знает, я, наверное, пока это оставлю. Сейф? Нет. К сожалению, это не сейф. Где-то тут можно пройти к тому ящику, да? Ага. Ну это вообще фигня. Я-то думала. Так, что тут есть? Ничего нет интересного. Ну все, оружие перезаряжено, да? Пойдемте к боссу. Бить босса. Ладно, попробуем. Прототип 41. Прототип. Ух ты, ёпвым. Ну надо вот этим стрелять.
Блять, вообще мне не нравится. Блин, опять ему сбивать это, ёшки. Хп нету. Блядь. Это вообще какой-то пи***ц. Где хп-то брать еще? Да нет, это пизда мне. Ой, прости. Французский. Да ладно. Каким-то образом его умудрилась завалить. Сама не померла. И все, всего лишь две хилки было. Гамма. Это да, конечно. Это было жестко. Пятьсот бачей там заняло. Так-то неплохая игруха там. Вечерок второй. Покатать. Давайте прокачаемся. Не знаю зачем, но пусть будет. Посмотрим, что нам даст эта гамма. А, оружие возвращается, что ли, когда я умираю. Хисело. Вот оно того стоило, не знаю. Давайте тогда на этом закончим. Ну, до вечерок на два. Нормально так покатать. Ну, блин. Не знаю. Вроде как неплохая игруха. Кому как. Но я не люблю такой вот тип шутеров. Сложно в такое играть. Что ладно, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик. Также подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылочки есть под описанием. Точнее, в описании под видео. Все, уже заговариваюсь. С вами была Катя, канал GG Family. Увидимся в таких играх. Всем пока.